каши будем с медом. Вон пчелка на нем сидит. Праздник в честь пасхалона в Латинской Америке есть имя, которое до сих пор они делают костюмы, мексиканский костюм пасхалона. Очень красивый. Надо же. И на голове у них такие же штуки, и усики качают. И они так идут и раскрывают эти крылья. Вот так красиво. Но когда-то они поклонялись Махаону, жертвы приносили. Он уже жертвы не принес. Поначалу вот эта жизнь, почему Махаон у них всегда был связан с погребением, с траурной церемонией. Почему-то эти Махаоны летали, а они вылупливались в то время, когда много людей умирало. И много их было во время эпидемии. Как-то вот у них это связалось. Такие блики на воде. Это вот я смотрю этот канал познавательный приключения. Вот этот красивый. Добрый день, с вами Татьяна. Мы продолжаем открывать наши новые места. В прошлый раз мы были в Кордильерах. Вот теперь мы подобрались к ним снизу, с моря. Здесь очень симпатичные пляжи. Песочные. Сейчас солнце ушло. Свежо стало. Ну вот такой склон. Осыпающийся. А вот наше самое синее в мире. Мальдивское море мое. Так, а вот, собственно, то, что нам казалось сверху кордильерами. Смотрите, прямо на краю пропасти стоит корова. И спокойно щиплет травку. Не догадываясь даже, что она может вместе с этим склоном слететь вниз в любую секунду. И там в этом месте уже были осыпи. Ну, ничего. Животное особо не переживает по этому поводу. Так. Вот здесь такая местность красивая. Время от времени раздаются тревожные крики. Какая-то птица реагирует на наше присутствие и кричит тревожно. Видать, предупреждает. Видать, она там не одна, раз кого-то предупреждает. Дальше. Друзья мои, вы сейчас все были свидетелями, как кричал фазан. Фазан-самец, красавчик, ходит вон по холмику под кустом зелененького лоха. Фазан красивый, ничего не могу сказать. Но голос у него довольно-таки тревожный и трескучий.
И павлин по сравнению с фазаном. Карузо.